Здравия желаю, уважаемые подписчики и пользователи. Спрашивали принцип работы нерциоида. Я решил показать вот на малых скоростях, потому что когда я показывал в ящике большом, там лампочки, никто ничего не понял. Вернее, кто-то понял, но принцип работы простой, как 3 рубля. Ставим, вот смотрите, реле Амрон на 1 секунду и на 2 десятые секунды. Включаем. И вот ставим, значит, на пол 100 где-то, 110 вольт. И включаем. И вот вы видите принцип. Работает он, значит, из одной секунды только пятую часть. А обороты, видите, не снижаются, а наоборот все повышается. Обратный ток в него идет. На этом и построены нерциоиды. Я еще закрепляю, значит, сюда на вал генератор. А можно просто найти такой же быстроходный 15 тысяч оборотов, но с постоянными магнитами, чтобы не запитывать. И тогда, когда он выключается, вот эти, значит, у нас получается секунда, целая секунда мы можем брать ток вот отсюда же. Здесь отключилось, а здесь мы берем вот с этих же концов. То есть элементарно. То есть для того, чтобы... А я строю, так как у меня нет с магнитами, я строю, значит, слепляю. Ну, это вы видели. Кто не видел, посмотрите ролики. Сегодня принцип показать. Инерция и обратный ток. Здесь отключилось. А обратный ток пошел туда, здесь-то мы перерубили. Куда ему идти? Туда, в мотор. Поэтому он, как видите, обороты не сбавляются. Можно даже под нагрузкой. Нет разницы, что на холостом ходу, что под нагрузкой, что без. А для того, чтобы получать больше, ну это уже я ставлю в коробку, надо скорость увеличивать для максимальных. Это просто как наглядное пособие, чтобы вы в курсе были. Принцип работы, инерция и обратный ток. То есть, если бы, значит, были средства, можно было закупить мощный магнитный с постоянными магнитами на 15-20 тысяч оборотов и черпать энергию сколько хочешь. Вот она, сколько хочешь. Спасибо за внимание. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и процветания.